Всем привет, друзья! С вами Андрей. Это канал «Футбол – это жизнь». Очередной прогноз на матч чемпионата мира 2022 года в Катаре. Марокко против сборной Хорватии. Итак, Марокко во втором раунде африканского отбора заняли первое место у себя в группе, сделали 6 побед из 6 и в четвертом раунде встретились против Демократической Республики Конго, которую и прошли, и вот сейчас представляют Африку на чемпионате мира на групповой стадии. Сборная Хорватии заняла первое место в отборочной группе, как раз со сборной России. Все вот в последнем матче вот этот вот автогол Кудряшова все и решил. Итак, атака на первых минутах, и Крамарич отличным ударом открывает счет. 6-я минута, Хорватия выходит вперед. Команда, которая в прошлом турнире, на прошлом мундиале в 2017 году отлично стрельнули, отлично себя показали и сделали вот такую вот сенсацию, дойдя до финала и без проблем вышли вперед против сборной Марокко. На первых минутах был еще один опасный момент, не получилось увеличить отрыв, а вот здесь вот Мунир отлично приложился по мячу, отлично пробил, и Марокко сравнивает счет 1-1. Много есть интересных игроков в сборной Марокко, которые выступают за европейские команды, и Эн-Насери, и Мунир, и Ашраф Хакими, но вот к перерыву команды подходят с равенством на табло 1-1. На гол Крамарича ответил Мунир. Мы переходим ко второму тайму. 68-я минута. Модрич с Пашаличем на фланге раскачивают атаку своей команды. Брозович на Ковачича. И тот выводит сборную Хорватии вперед. Хороший удар полузащитника Челси. И снова Хорватия вот выходит вперед. Хороший футбол показывают хорваты. И в концовке встречи все-таки вот этот вот хороший футбол держать не получилось. Марокко сравнивает счет, и итог матча 2-2. Спасибо, друзья, за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. С вами был Андрей и канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. Всем до свидания.